Главной темой аппаратного совещания стали прошедшие накануне выборы главы государства. Губернатор поблагодарил всех, кто занимался их организацией и проведением. Особенно Сергей Морозов остановился на сотрудниках коммунальной сферы. Выборы проходили, надо честно сказать, в экстремальных условиях, в критических погодных условиях. Так вот, без всяких каких-то излишних комментариев, можно сказать о том, что за буквально сутки выпала месячная норма осадков. Но, несмотря на это, благодаря слаженным совместным усилиям, нам удалось в полном объеме обеспечить реализацию избирательных прав граждан. Слаженные действия позволили обеспечить самую большую за 15 лет явку избирателей на участке – 64,3%. По динамике данного показателя регион смог занять второе место в Приволжском федеральном округе. Система видеотрансляции позволяла наблюдать проведение голосования в режиме онлайн, а на участках дежурили наблюдатели, в том числе общественные. Это позволило обеспечить максимальную прозрачность электорального процесса. Имею честь в этом прославленном зале официально заявить, что выборы состоялись, и их легитимность не вызывает никаких сомнений. Народ сделал свой выбор. Мы сохранили и приумножили репутацию Ульяновской области как региона, в котором выборы любого уровня проходят всегда честно, чисто, безупречно. Глава области поблагодарил Корсунский, Николаевский и Сурский районы за то, что в них сумели превратить выборы в настоящий праздник. Здесь была обеспечена высокая явка. Но не все муниципалитеты сумели отличиться с лучшей стороны. В Ульяновске, Новоульяновске и Димитровграде отмечена не столь значительная явка на избирательные участки. Результатом прошедших выборов 18 марта Владимир Владимирович Путин получил поддержку в Ульяновской области 74,27% избирателей. Поддержка по сравнению с прошлым, с 2012 периодом, выросла на 16%. Это действительно хорошие результаты. Если посмотреть по динамике, которую показывают другие регионы, то из регионов ПФО такая динамика есть только у двух регионов, у Самарской области и у нас. Поддержка президента означает верность выбранному экономическому курсу. Его показатели демонстрируют неуклонное развитие страны и области. Так, индекс промышленного производства за январь-февраль в регионе составил 101,1%. Годом назад в это время темпы роста промышленного производства составляли 110,1%. Представляете, к 110,1% мы добавляем еще 1,1%. И это очень-очень-очень достойный показатель. Рост экономических показателей напрямую влияет на социальную сферу. В ней тоже есть чем гордиться. Средняя зарплата в области достигла отметки в 26 714 рублей. Не могут не радовать и другие показатели. Рост цен составил всего 0,3% по сравнению с декабрем прошлого года. А уровень безработицы остался без изменений. Снижаться будет нагрузка на бизнес. Предприниматели области пожаловались на завышенные тарифы ресурсоснабжающих организаций. На прошлой неделе подписано соглашение о проведении экспертизы тарифов и ценообразования. Через два месяца мы уже сможем говорить об итогах этой работы и принимать решение, как уменьшить эти тарифы, что с ними, что делать на региональном уровне. Уделил большое внимание губернатор и развитию женского предпринимательства в области. На прошлой неделе в регионе прошел второй в истории форум деловых женщин. В скором времени, как договорились на аппаратном совещании, подобное мероприятие пройдет в Димитровграде. Ну а активных участниц форума губернатор наградил здесь же, на заседании в Карамзинском зале правительства. Егор Цтов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.